Ваше мнение по поводу тренера Хацкевича. Имеется в виду главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич. У меня не может быть мнения о каком-то тренере. У меня есть мнение о результате. Если киевская «Динамо» не чемпион Украины и не продвигается в Лиге Европы, значит, проблемы есть с тренером. Однозначно. Что там с Саакашвили? Правильнее говорить, что тут Саакашвили, потому что Саакашвили здесь. Все нормально. Михаил Саакашвили идет в Верховную Раду со своей политической силой. Он яркий, красивый, умный. Он носитель успеха. Он автор успеха грузинского. Поэтому я всегда люблю людей результата. Михаил Саакашвили – это человек, который показал результат. Честь ему и хвала за это. Я с ним сделал небольшое интервью. Мы в ресторане с ним посидели. Замечательно. Это было полторы недели назад. Вот живой человек. Посидели в ресторане. Пора прощаться. Говорит, куда ты идешь сейчас? Я говорю, на концерт Дмитрия Монатика. Говорит, а кто это? Я говорю, ну вот артист, который собирает уже Олимпийский стадион полный. Говорит, как интересно. Я говорю, есть желание? Говорит, да, мы садимся в машину мою. У него нет охраны, никого. Садимся в машину и едем на концерт Монатика, на стадион. Вот это Михаил Саакашвили. Если вы мне назовете еще каких-то бывших президентов, которые без охраны ходят по городу, садятся в машину и едут на концерт Монатика, на стадион, я буду вам признателен. Я говорю всем президентам, дай Бог, чтобы вы после вашей каденции могли вот так спокойно ходить по городу. Замечательный Саакашвили, замечательный.